Друзья, всем привет! С вами Сергей. Сегодня мы хотим поехать в магазин Home Depot и Lowe's, купить некоторые вещи для некоторых проектов, которые мы сейчас делаем. Нам надо мурилка, чтобы вскрывать и красить дерево, и также нам нужно лак и еще некоторые вещи. Что, друзья? Поедем, съездим вместе с нами, посмотрим, что мы купим, чтобы заканчивать проекты, которые мы делаем. И вот, друзья, наше место, где мы сейчас работаем над проектами нашими. Здесь полно месса. И вот, который мы сейчас вот заканчиваем вместе с мальчиком проект. Это уже угадали некоторые люди. Это будет домик для котика. И мы хотим его вскрыть мурилкой, чтобы поменять цвет немножко, чтобы преобразить его. И вскоре выйдет видео, как мы этот домик строили. Надеюсь, будет вам интересно, так что ждите. Также скоро мы будем делать еще один проект. Нам нужно построить вот здесь полочки для инструментов, так как видите, все у нас здесь валяется, лежит мусор, короче. Вот инструменты прямо вот так стоят, вот так. И нам надо полочки. Вот мы будем скоро делать полочки вот сюда. Я думаю, или вот сюда, или сюда, чтобы все наши инструменты, все можно было красиво сложить и не валялось. Друзья, наконец-то мы начали использовать наше дерево, которое нарезали. Оно немного подсохло, но еще не идеально. Но для вот таких вот проектов, как то, что на улице, или то, что не идеально, оно вполне нормально уже. Купил я вот такую пилочку, но она, к сожалению, не подошла. Под вот эту вот пилорамочку купил, а она оказалась забольшая. И во много раз забольшая, так как мы еще до сих пор изучаем инструмент. Вот так, как говорится, учишься на ошибках. Не посмотрел, какой именно размер. Так что надо будет сдать. Я поставил из моей другой, то сейчас она режет нормально. То эту мы просто сдадим. Когда полностью затупится, то мы купим новую, только уже поменьше размером. Это семерка, а нам надо пятерка сюда. Есть еще шестерка. Также, друзья, поменял я на пилораме пилку вот здесь. А то была вообще тупая, еле-еле резала за то, что долго стояла. То купил себе новенькую и уже хорошо режет наконец-то. Кстати, это моего отца пилка. Он мне ее отдал пока что работать и учиться на ней. Да, друзья, у нас есть одна вот такая вот мурилка. Я когда-то купил от компании Waratain Premium Woodstain. Она имеет более темный Ronak. Но мы хотим докупить другие варианты, чтобы попробовать разные цвета. И сейчас мы попробуем вскрыть вот эту досочку, посмотреть, что она себя представлять будет. Немножко мучим, я уже расколтал. Такой темный цвет. Вот так получается. Сейчас вот здесь попробую. Здесь должна быть другая, здесь другая текстура. Потом вытираем остатки. И... О, неплохо. И вот как оно смотрится. Ну что, друзья, поехали докупим и попробуем проэкспериментировать еще другие виды мурилки. Итак, друзья, вот мы приехали в Home Depot сделать некоторые покупочки. Посмотрим, что нам предложит Home Depot сегодня. Заходим. Идет с нами Марк, Маша и все идем. О, и собака прикольненькая. Берем такую специальную тачечку. Марк любит ее. Дуже любит кататься на такие тачки.
Марк, нравится тебе тачка? Окей. Поехали. Марчик Гида, все. Let's go. Все. Итак, друзья, зашли мы в Home Depot. Сейчас погуляем, посмотрим, поищем нужные вещи, купим что-то и поедем в Lowe's, так как нам надо с того магазина тоже некоторые. О, смотри, какие прикольные косилочки. Ага. 5100. Вот эта косилка. 5100, друзья. Вот так, чтобы было видно. А есть такая, как у нас, наверняка. Посмотрим, что есть такая. Вот похожая. Да, вот похожая, как у нас. 4000. Ого. Они что, подорожали? Z330. Итак, друзья, мы пришли к тому месту, где нам нужно некоторые вещи покупать. И вот всякие разные мурилки. Вот они. И выбор у них большой. Они стоят по $13 за банку. А вот есть маленькие. Итак, друзья, мы берем одну вот такую вот. Braille Smoke. Вот такой вот вариант. Попробуем, как она будет выглядеть. Протестируем. Вот такая вот баночка. Итак, друзья, мы взяли один из олей для того, чтобы покрывать дерево. Вот такой вот вариант, Danish Oil. Мы просто делали некоторые, как говорится, поиски. Возьмем вот такой и еще несколько вариантов для того, чтобы потестировать. Друзья, берем вот таких вот пару штук мочалочек для того, чтобы ойл размазывать, олею. Итак, друзья, я подошел к полировочным дискам. Буду брать полные сеты. Беру я 120 пачку на 50 штучек. И также берем пачку на 220, 50 штук. И 220-ку как бы для финиша. И также мы берем 80-ку, ее уже нету. Мы последнюю забрали, тоже пачку. И будем покупать вот такой вот полировочный станочек, друзья. Он стоит $90. Вот такой вот вариантик, чтобы полировать. Так как у меня нету, надо чем-то полировать. И берем вот такой вот. Посмотрим, как он будет работать. От компании DeWalt. Здесь есть другие вот варианты. Там типа Ryobi, есть там Bosch. Но именно я буду брать вот этот вариант. Прогулочка? Да. Идем на кассу, да? Друзья, решил я быстренько зайти вам показать стоимость твердого дерева в Home Depot. Сколько здесь стоит? Вот здесь доски уже полностью сухие, отполированные, ну как бы готовые для любого прачечного, и поскольку они уже стоят. И вот здесь, друзья, как видите, доска от дерева poplar, по-нашему тополя, по-американски poplar. Вот как она выглядит, уже готовая. И вот сколько она стоит, друзья. Так, это будет за 1 на 8, но нам надо смотреть, чтобы точно знать, сколько стоит за board foot. Вот эту именно доска. И вот 1 инч на 12, 1 инч в толщине и в ширину 12. И каждый фут вот этой доски стоит $9.73 от дерева тополя. Так что за каждый вот такой вот квадрат вы будете платить, если вы покупаете в Home Depot, $9.73. Вот такая вот, друзья, стоимость поплара. Вот как он выглядит, уже полностью высушенный. И также здесь можно посмотреть, сколько стоит дуб. Итак, друзья, вот здесь вот продается дуб. И он стоит $13.62 за каждый фут. Или за каждый вот такой квадрат. И вот эта вся досочка вам обойдется под соточку. Итак, друзья, вот мы скупились. Всякие вещички.
Все полировочный станок купили и всякие вот тут такие вот принадлежности для того, чтобы работать с полировочником. Бумаги вот этой полировочной набрали. И все мы сегодня потратили. Вот это за все это мы заплатили здесь в Комдепоте $240. Ну, короче, немножко потратились. И еще сейчас едем в магазин Lowe's. Там некоторые вещи купим. Итак, друзья, вот мы приехали в Lowe's. Сейчас заходим. Так, друзья, мы по-быстренькому зашли в Lowe's и вышли. Короче, мы не снимали там уже ничего, но просто покажу, что мы купили. Мы просто, нам не хватало одной еще мурилки. И вот мы вот такую вот купили за $13. Просто, чтобы было... У нас три варианта теперь у нас есть. И попробуем покрывать наш домик для котика. Ну что, поехали.